Проект «Мамы вместе» стартовал в Оренбурге месяц назад. Его авторы уже успели помочь нескольким женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь возвращают к полноценной жизни многодетных мам после развода, жертв насилия, женщин с осложнениями здоровья и многих других. Им бесплатно предоставляют юридическую и психологическую помощь, а также проводят творческие сеансы терапии. Проводим психологические консультации с современными методами арт-терапии. Арт-терапия – это терапия с любыми способами творчества. На сегодняшний день 4 женщины на данный момент получают психологическую помощь, плюс одна женщина получила в рамках этого проекта абонемент на танцы зумба. Мы успели пообщаться с женщинами. Хочу сказать, что они достаточно на позитиве, но отголоски, конечно, проблем есть. То есть жалуются, что детей не с кем оставить, что бывшие мужья, к сожалению, не помогают содержать детей. И плюс жалуются на то, что нет элементарной психологической грамотности для того, чтобы правильно, грамотно взаимодействовать с своими детьми. Специалисты работают не только с женщинами, но и с их детьми, чтобы помочь выстроить гармоничные отношения в семье. Мамы признаются, что поддержка, которую для них оказывают, позволяет восстановить свои силы и начать жизнь заново. Выравнивается эмоциональное состояние. И у детишек у нас выравнивается эмоциональное состояние. Дети стали более спокойными. Проект «Мамы вместе» получил финансирование фонда президентских грантов в рамках программы поддержки гражданского общества. На работу юристов и психологов за 6 месяцев потратят 492 тысячи рублей. Обратиться к ним может каждая женщина, оказавшаяся в кризисной ситуации. Контакты на ваших экранах. Александр Кацун, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.